3 килограмма очищенных баклажан, килограмм очищенного перца, килограмм помидор, 100 грамм чеснока, 3 острых перца у меня без семян. Кто любит пострее, можете семена оставить. Граненый стакан сахара. Здесь 200-250 грамм. 70 миллилитров 9% уксуса. 2 столовые ложки соли. Соли я брала с небольшой горочкой. И 150 миллилитров растительного масла. Вот такими брусочками я перерезала. Сильно не мельчила, чтобы не было квашни. Все, сейчас я это посолю и оставлю на час-два. Ну, наверное, на 2 часа такое количество оставлю. Потом буду промывать под проточной водой. Я их разложила в 2 миски, чтобы лучше было перемешивать. Кстати, соль я брала вот с этой нормы, имейте в виду. То есть дополнительную соль не надо, потому что 2 ложки с небольшой горкой, если еще дополнительно взять соль, то это будет пересолить. Все остальное... Чеснок, острый перец, перец и помидоры нужно перебить. Я вот буду перебивать на такой штуке. У кого нету, можно на мясорубке перекрутить. У кого что есть. Прошло несколько часов. Баклажаны я перемыла полностью все и немножко отжала. Смотрите, как они уменьшились. Эту массу будем забрасывать. Стакан сахара. Оставшуюся соль. Не забываем, что на баклажаны мы соль с нормы берем, которая по рецепту идет. Так, и уксус. Ой, уксус у меня. Так, и уксус. И 70 миллилитров уксуса. Так, уксус я влила. И 150 миллилитров растительного масла. Все. Все это должно... закипеть и где-то проварить. Это надо, ну, с полчаса, не меньше. Можно больше, чтобы немножко уварить, чтобы оно стало погуще. Где-то после закипания, ну, может, минут 20-25. Вкладываю сюда баклажаны. Так, смотрите, баклажаны самое главное не переварить. Потому что если они переварятся, то это будет уже квашня квашней. А никакая невкусная закуска. Выложите, оно закипит. И не больше, наверное. Ну, тоже надо смотреть. 20 минут, полчаса. Все, сейчас я это закрываю крышкой. Вот у меня нагрев 90. Ну, у кого газовая плита, там уже смотрите сами. На маленький огонь, чтобы оно томилось. И оно все должно немножко осесть. Самое главное, чтобы оно мне не выделило еще жидкость. Но я думаю, что соль удалила всю лишнюю жидкость. И воду я хорошо отжала. Вот, то есть оно должно сейчас уменьшиться в размере, и все эти вкусы должны как бы подружиться. Баклажаны должны пропитаться этим соусом, ну и само собой провариться. Но самое главное, чтобы они не разварились, имейте в виду. Так, все, потом покажу, что дальше будет. И по поводу кастрюли, не меньше 8 миллилитров. Если будет меньше, то у вас это количество не войдет, имейте в виду. У меня прошло 32 минуты после закипания. Я еще таймер поставила на 10 минут. Вот так вот они у меня утонули. Ну, немножко я помогла лопаткой, утопила их. Все, вот сейчас вот в таком вот состоянии 10 минут они прокипят. И все. Буду я потом ставить, у меня есть 70 режим. Ну, у кого газ, можно поставить на маленький-маленький нагрев. То есть выключать плиту не надо. Они должны быть постоянно горячие. И упаковываю, расфасовываю, короче, разливаем их в банки. Вот я уже подготовила леечку, баночки простерилизовала, крышки кипяточком залила. То есть все у меня подготовлено. Так, и обязательно вот нужен черпачок. Ну, не знаю, как у вас получится, мне он нужен. То есть если вот эту вот еще, вот эти полосочки я накладываю, полосочки... баклажаны накладываю ложечкой, то для жидкости нужен черпачок. Вы не представляете, какая это вкуснота получилась. Я уже попробовала. Готовьте и не пожалеете. 8 баночек 450 грамм. Сейчас по пол-литра не делаю. А, ну вот, кстати, у меня пол-литра. Ну, здесь вот буквально сколько? Одна. Ну, так 450 грамм. В среднем 8 баночек. И вот 2 баночки по 720 грамм. Вот такое вот количество
банок у меня вышло с этой порции. Все, сейчас полотенцем накрываю и до полного остывания.